Сегодня утром в Оренбурге не пройти и не проехать. Если судить по Яндекс.Пробке, то средняя скорость движения 15 км в час, в центре не выше 10. Снежный плен окутал областной центр. Запись с видеорегистратора наглядно показывает, как хорошо мело. Снегоуборочная техника, если и выходила, то в объектив этой камеры не попала. Утром Юрий Берг на селекторном совещании сообщил, в области объявлен режим чрезвычайной ситуации и призвал глав муниципалитетов максимально использовать все возможности и не стесняться, а обращаться за помощью, если понимаете, что собственными силами снег не убрать. Автобусы не прошли еще где? Портать автобусы не прошли нигде? Отрабатывайте с предприятиями и занимайтесь. Война со снежными заносами ведется по всем направлениям, заверили главы районов. Где-то успешно, а где-то и не очень. На борьбу со стихией выведена вся техника, однако губернатор порекомендовал главам муниципальных образований не расслабляться и быть готовым к ухудшению погодных условий. Погодные условия, циклон, который сегодня мы с вами видим в Оренбургской области, но ситуация под контролем. Это однозначно. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что нас ожидает неблагоприятный прогноз. Первым на себе удар снежной стихии испытал Бузулук. Циклоны, несущие в себя обильные осадки, традиционно приходят с запада. Утром местные пешеходы встретили, пробираясь по снежной каше. Многие автомобилисты тоже бросили своих засыпанных снегом железных коней и пошли на работу пешком. Тот, кто откопался, перемещался едва ли быстрее. Везде заносы. Чуть позже досталось Оренбургу. Снегопад добрался до областного центра и не прекращается до сих пор. Какая именно норма осадков выпала, синоптики пока не уточняют, тем более, что еще ничего не закончилось. Снег сопровождается метелью с порывистым ветром. Городские коммунальщики вновь на усиленном режиме работы. По прогнозам, снегопад в центре области продлится еще минимум сутки. Но если и запад, и центр области в снежном плену, то на востоке пока все спокойно. Но и здесь готовится встретить снежную стихию. Прогноз на ближайшее время неблагоприятный. Ситуация в Орске пока стабильная, снегопад до нас еще не дошел. Максимальное количество техники будет задействовано на конец дня. Сегодня подготовлены телефонограммы на предприятия различных форм собственности для привлечения техники специализированной, у кого имеется трактора, грейдера и так далее. Держим ситуацию под контролем, будем каждые 2 часа докладывать по своей линии в ЕДДС, а дежурный единодиспетчерская будет докладывать в центр кризисных ситуаций в Оренбурге. Впрочем, ничего особенного в подобной погоде нет. Февраль традиционно считается месяцем снегопадов, ветров и метелей. Александр Петренко, Семен Воробьев, новости дня.